О, боже мой, я сейчас пукну. Извините, я пукну. Привет, алло. Добрый день. Здравствуйте, а можно доставку, да, заказывать? Да, конечно. Меня Богдан зовут, можно, ну, сейчас вам сказать, а вы мне пришлете покушать? Да, можно. Да, записывайте, пожалуйста. Что у вас, может, что-то из новинок есть? Какая-то пицца. Да, у нас есть много новин. Много новиночек есть. А какие, скажите? Есть пицца с охотничьими колбасками в соусе Виктория. А, хорошо. Колбаски, да? Дальше какая? Алло. Есть пицца с печеными овощами и пепперони. Алло. Да-да, пицца, Света, с печеными овощами и пепперони. Есть пепперони. Кальсоне с куриным филе в соусе. О, кальсон, да-да, вот куриным это с филе, курочкой. Да. Я хочу с курочкой. Курочка. Мне курочка в чесночном соусе ранч, да, вкусненькая. Вкусненькая, да. Вот это, вкусненькая. Большую, вкусненькую. А кальсоне, она идет закрытая пицца, она идет одного размера. Можем из новиночек с охотничьими колбасками, о, либо да, с печеными, да, овощами и пепперони. Это такие маленькие колбаски, да? Прям маленькие. Пепперони, да, это копченая колбаска. Хочу, да, вот ее туда добавляйте. Вот ее, mm-hmm. потом кальцони, мацони, вот эту, как она, мацони, да? Моцарелла. Кальцони. Да. Так, а попить у вас что mm-hmm. есть? А роллы, роллы есть у вас? Попить у нас, роллы? А, халло. Роллы. Роллов нету. Роллов нету, только пицца, нету. Да? Пицца. Нету. Пицца. Только пицца, да. Пицца, да? Пицца, есть паста, есть салаты. Во. А можно мне, допустим, вас как зовут? Тетя Света, правильно? Нет, Вика. Виктория. А, Вика. Виктория, вы меня простите, конечно. А не могли бы вы чтобы свою песеньку потереть бы корешек пиццы, чтоб я запах почувствовал. Ваш писечка. Mm-hmm. Понятненько. Не, просто хочу, мне просто mm-hmm. нравится. Я просто еще ни разу пищу не нюхал. Может, вы потрете корешком, боком? Боком пиццы, писечку. К сожалению, мы таких услуг не предоставляем. Писюлечка, писюлечкой своей мокренькой потритесь, mm-hmm. пожалуйста. Отправьте мне Богдану, я хочу нюх-нюхки делать. Хорошо, я поняла. Это какой-то развод, прикол, шутка. Нет, это mm-hmm. не прикол. Блин, почему вы так со мной? Я хочу нюх-нюхки письку. Можно письку понюхать? Понятненько. Ну, пожалуйста, Вика. К сожалению, Вика, такой услуги у нас не предоставляется. Хорошего дня, всего доброго. Виктория. Кафе «Сковорода», здравствуйте. Алло, здравствуйте, это «Сковорода», да? Да. Да. И вас Виктория зовут или Света? Что? Вас как зовут, Виктория или Света? Зачем вам? Ну, просто я с вами общался только что, да? Я не знаю, с кем вы общались. Не знаете, да. Ну, просто я вот у вас брал покушать. Я звонил уже администратору. И вот мне расстройство желудка, насрал я. Обосрался вашими вот этими котлетками. Обосрался, блин. Мне очень не нравится вот это, что вы там насували туда. Я насрал, блин. Прям очень, да, волос какой-то попался, твердый такой. Я прям насрал, блин, жидким. Можно администрацию опять соединить? Да, котлетку съел. Что вы съели? Я съел у вас и покупал покушать, был у вас вот эти вот котлетки. И прям у меня сейчас расстройство от желудка, мне на учебу в школу идти посрать, ну посрал. У меня расстройство, животик болит, блин. Можно как-то, блин, не знаю, ну... сделать мне как-то, не знаю, рассказать, что поможет мне, чтобы животик не болел. Или мне деньги вернуть, потому что мне мама поругает. Я обосрался весь.
Я вот стою возле, ну, школы тут, на вторую смену там идти, там я весь грязный в говне весь, обосрался по нос. У меня пюрешка там в штанах моих, блин. Алло. Так а что вы ели? Ну я у вас кушал, блин, посрал. Потом, ну, и шел просто и насрал. У меня после вашей еды понос. Хорошо, так а ели-то что? Либо котлетки ел. Так у нас нет котлет, вы, наверное, не у нас ели. Так вот эти вот драники, как они там, завертыши такие, там рыба. С рыбой. Рыба, наверное, не свежая, посрал. Сучка. Котлетки говно, ваши котлетки говно, магазин говно, доставка говно, сковорода, сосите пищу, сковорода, плохая еда, сковорода, банану не понравилась, сосите пищу, сковорода, сковорода, плохая еда, фу на вас. Добрый день, ресторан «Молоко и мед». Меня зовут Александра, я вас слушаю. Здравствуй, Александра. Можно прийти покушать? Вам. Да, конечно, приходите. А столиков свободных есть 2 штуки? Да. Чтоб я и мой дедушка пришел вдвоем. Конечно, приходите. А что у вас там вкусненького есть? Ну, вы можете прийти и ознакомиться с нашим меню. Не, мне хотелось новинки какие-то попробовать. У нас сегодня из новинок масленица. А у вас есть молоко с, ну, с медом? Да. Хорошо. А можно будет прийти у вас там в заведении, ну, нарыгать? Алло. Дуры, блин.